Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Решил выпустить еще один ролик, потому что последние новости приходят интересные. США не пригласили на саммит за демократию Азербайджан и Турцию, но пригласили Армению. Представляете, американцы решили выборочно пригласить те страны, как бы сказать, которых считают друзьями, и не пригласить тех, кто считает как бы врагами. Вот пригласили Армению, но Азербайджан и Турцию не пригласили. Сейчас состоится саммит в декабре в Америке, и там приглашены, пишут, 110 стран. Это называется саммит за демократию. Согласно данным Госдепа, на саммит не пригласили Россию и Китай еще. Ну понятно, Россия это понятно. Но и Китай оказывается враг Америки. Из бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония. Отсутствует в списке приглашенных Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Отсутствует. И здесь приглашены все страны, кроме Венгрии. Так, также не приглашена и Турция. Вот так вот. Даже Турцию не пригласили. Да, интересная позиция Америки. Ну вот последние новости. Спутник Армении. Мы хотим стабилизировать отношения с Турцией, заявил Никол Пашинян. Премьер-министр Армении заявил в ходе онлайн-конференции, что необходимо работать над открытием всех коммуникаций и границ. Никол Пашинян считает, что сейчас выпала историческая возможность наладить отношения с Анкарой. Однако у Еревана есть опасения, что Турция может остаться идеологическим врагом. Так, а если они хотят продолжить геноцид, типа армян, то нам ничего не остается, как противостоять этому. В другом случае Анкара должна не словом, а делом показать, что также настроена на нормализацию двусторонних отношений. Пашинян добавил, что люди, которые всегда вели пропаганду вражды в отношении Турции и Азербайджана, хотят, чтобы Армения всегда была в положении жертвы. Пашинян поумнел через год после поражения. Надо было сразу налаживать отношения. Сейчас уже опоздал. Сейчас уже Реджеп Эрдоган хочет строить Великий Туран, и Армения стоит как раз по дороге и этой территории. Надо будет освобождать, делать Зангезурский коридор. Это заявление с опозданием. Пашинян, как сказать, просрал время. Теперь уже поздно пить боржоми. Теперь будет уже территория Армении, Азербайджана, Турции и Зангезурский коридор в направлении России. Ну и вот последняя новость. Армянские водители лишились иранского бензина. Плохая новость для армянских водителей. Не будет дешевого иранского бензина. В Армении прекращена поставка бензина из Ирана. Об этом пишут армянские СМИ. В частности, как отмечается, поставка топлива, как оказывается, прекращена уже не сегодня, не вчера, уже несколько месяцев назад. Как бы сказать, при этом о точных причинах прекращения поставок не говорится. Предполагается, что одной из причин может быть повышение цен на иранский бензин, который, к слову, в Армении продавались по 20 драмов, а на 20 драмов дешевле, чем бензин, вводимый из России. Подорожание иранского топлива, как пишут Грапарак, может быть связано с тем, что Азербайджан установил контрольный пункт на участке горы Скафан, да, и стал брать пошлины с иранских этих фур. Мол, азербайджанские таможенники взимают с иранских фур, которые перевозят топливо, $250 при въезде в Армению и $150 при выезде. Так как же иранские водители, которые перевозят не бензин, а, скажем, строительные материалы, другие грузы, якобы платят всего лишь по $130 один раз. За бензин берется $400 пошлина за въезд-выезд, а за грузовые материалы всего $130. Другими словами, как утверждает издание, фура с бензином должна заплатить азербайджанцам дополнительно, вот правильно, $400 за то, чтобы пересечь дорогу горе Скафан, что в свою очередь значительно увеличивает стоимость перевозки, а соответственно стоимость товара, то есть бензина.
Ну и все, вот такие новости. Не будет дешевого топлива сейчас в Армении. Придется покупать российское. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.